Критерий победы является победа. А победой, окончательной русской победой, которая заложена в концепции сборского клуба, это построение полноценного российского государства, государства имперского типа, и внесение в это имперское евразийское государство идеи божественной справедливости. Государство, которое России предстоит выстроить через огромное количество усилий, может быть, трагедий, может быть, потрясений, это восстановление во всей полноте великой евразийской империи и создание этой империи не на принципах насилия, не на принципах превосходства одного над другим, а на принципах божественной справедливости, которая заложена в природу вещей вообще, а также в природу русского сознания. Ибо русское сознание, глубинное русское сознание, оно мечтает о райской жизни, оно мечтает о райской справедливости, оно мечтает о бессмертии. И история русской исторической мысли – это история продвижения русского сознания к идее бессмертия, то есть к идее рая земного. Так было во времена Сталина, так было во времена старца Филофея, так было во времена волшебных русских сказок.